Топ-3 автомобилей для рыбалки в 2023 году. Машулька. Машулька, полминутки. Машулька, полминутки. Первая тачка, которую я вам посоветую, это Jeep Wrangler. Этот автомобиль можно приобрести на страховом аукционе в США и уложиться в бюджет 30-40 тысяч долларов. Но самое главное преимущество в этом будет то, что вы сможете снять верхнюю часть крыши и рыбачить прямо из машины. То есть вы можете подъехать в абсолютно непроходимое место и заниматься этим любимым делом прямо в своем автомобиле. Следующая тачка, которую я вам посоветую, это Toyota Hilux. Этот автомобиль можно приобрести абсолютно новым в Объединенных Арабских Эмиратах на механике или на автомате на полном приводе за 35 плюс тысяч долларов под ключ. И эта тачка тоже будет достаточно проходимая. А главное, что это пикап, и в него поместятся абсолютно любые ваши снасти. И самый популярный автомобиль в Объединенных Арабских Эмиратах – это Nissan Patrol. Все ребята, которые любят проходимые тачки, мечтают себе купить именно Nissan Patrol. Поэтому для рыбалки он тоже отлично подойдет. Вы сможете заехать в абсолютно любую местность и выловить то, что вы захотите. Но такой вариант будет немножечко дороже, и стоимость его начинается от 45 тысяч долларов, если мы говорим за свежие варианты от 2020 года. Так вот, какой автомобиль именно вы выберете для рыбалки с хорошей проходимостью? Свой ответ пиши в комментарии. А для того, чтобы заказать такие варианты, либо же абсолютно любой другой автомобиль из Объединенных Арабских Эмиратов, Америки, Европы, либо Китая, скорее пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте.